Как вам место, нравится? Да. Вот если представить себе чисто теоретически, что к вам сейчас выходит администрация вот этого парка и говорит, дайте ему название. Как вы его назвали? Катка. Катка, очень близко. Еще. 100%. Вот так он и называется. Райский садик. Райский садик. Деревья называются бенгальский фикус или шагающее дерево. И вот, наверное, в древности вот так вот рай представляли. Много очень тени и изобилие воды. Так его назвали, райский садик. Эти деревья, они такие необычные. Вниз, прямо с ветвей, вниз опускаются корни и прорастают. Если садовники подрезают, а вот если их не подрезать, можно поискать в интернете, погуглить, найти целые рощи просто фотографий, материнский ствол, и вокруг него из этих пацаны еще маленькая роща появляется. Бенгальский фикус, или шагающее дерево. Когда мы летом сюда приезжаем, летом здесь очень приятно, очень сильно. Мы на рощи начинаем здесь расскажи, и тут раз забрали. Сейчас хорошая, очень приятная погода, поэтому мы с вами погуляем по...